якорем ребята работают. По-взрослому. Едем помочь. Юра, тормоза нажми. Накачай еще. Тормоза у нас, конечно, не работают. Пробуй еще. Пробуй еще, Димон. Ну, ТВшка прорубилась за нами. Видите, сам едет. Что значит вес? Там и УАЗ может проехать, если там у ТВшка проехала. Так, шишига пошла. Там, где нам тяжело было, там все. Да, мы там тяжело копались. Катает. Еще раз 5 выезжаешь. Давай, назад. Говорят, что может выйдет. Жестковато, не уверен я. Ну, в смысле, мягковато. Давай назад. У вас так присел, что наши тормоза не очень живые, не могут его удержать, то есть он не залебедился за нас. Смотри, в принципе, я здесь напряг, а на стропе его быть. Мой, пока не стой. Подожди, не надо пока. Так что, раскатал, таки выехал, красавчик. Ну, бородач, ну, так, ну теперь слепой по прокатанной траектории. Бородач сам просто тяжелый, тут говорят, у слепого легче едет шишига. Бородач тяжелее слепого почти в два раза. Да, проехал вообще там, где бородач боролся. Стало холодать. Сейчас попробуем у вас веревочкой. Там слепого бородач пытается заманить. Попробуй чуть-чуть назад сдать и в натяжку едь просто, не это. Ну, чтобы чуть-чуть дергнуть его. Не, так дергнуть. Давай я попробую, на. Уйди налево, налево уйди.
Налево, налево уходи. В яму лучше уходи. Кардан разорвали, нагрузка большая, ну то, что я и говорил, что кардан может не выдержать. Не выдержал. Руслан, ты знал, что... Хорошо сидит, да? Да нет, ты уже выдернул, чтобы... рывок не надо делать, нормально. Кардан по крестовину разорвало просто. Вилки целы? Одна цела, а другую надо найти. А, шлицевая где-то отлетела. Есть? Да. Смотри, тупо, тупо крестовину разорвали. Красиво. Сейчас поменяем, у меня есть там запасных чуть-чуть карданов. Можем шишеговский поставить. Я хотел сегодня выгрузить. Есть запчасть сразу. Сразу готовая, целая, смотрите, раз и все, а ну, иди меряй, меряй, да куда выгрузить, выгрузить, ничего выгружать с этой машины нельзя, должно быть все с собой. А ну, меряй. Там надо попасть, только по шлицам. Ха-ха-ха, починил. Все, прикручивай, сейчас ключи дам. Ой, красавчики! Посмотри, что творит. Это маньячело. А мы как лошары, колеса большие. Все надо купить по УТВшке и погнали. Артем, отойди, я сфотографирую. Да, вот такой ход подвески. Сейчас с той стороны покажу. А тут вот так. Так, Нива Марш едет. Это ее стихия. Вот так все это выглядит. Очень весело. И тут зрители. Да, УТВ-шечка нереально просто едет. Вот вес. И клиренс не нужен сумасшедший. Ну и мощность. Саня, а мы колеса какие-то большие ставим, да? Непонятно зачем. Короче, нужно ЛуАЗ на квадроцик, на резине от квадрика и вперед. Трос спидометра? Как же вы едете без спидометра, елки, люди? Да, да, помоги ему, чтобы быстрее было. Давай еще кардан поломаем один. Там встряли в болоте, поехали объезжать. Я говорит, вертолет козел, я ему брось тропу, он взял и улетел. Покажи, как ты умеешь. Да нет, пусть сам идет. А, пусть станет, давай. Надо, 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 надо
Ой, ребята, работает? Да. Так, ну. Подожди, Олег, Олег! Олег! Так, ну что, мы кардан, крестовину сломали. Не, Нива тоже не, тоже тормоза не держится. Скажи, может, на тормоза посильнее нажмет. Колесо плющится. Блин, просто УАЗ сидит на мостах. Так, следующий кардан. Шо? УАЗик сильный. Два кардана минус. Что, сломал? Нет, привод. Я полуось сломал. Привод, короче, полуось сломал. Ну не кардан, но все равно кардан почти. Хороший у вас, да, Олег? Так, сейчас посмотрим, какой привод поломали. Блин, Нива очень крепкая. Ничего не сломали. Да не, что-то хрустнуло жестко. Сейчас оно в процессе выяснится, что сломали. Что-то сломали в любом случае. Ваня! Блин, сидит хорошо. Мы полуосили гранату, что-то разорвали, потому что звук очень, вы слышали, был жесткий. Так я же что и хочу. Да с Джеком треба его. Не, подожди, давай еще на двух. Да подожди, сейчас мы кардан поменяем и поломаем сразу еще на двух сразу машинах. Ничего не делай. Да это не наши методы. Ну сейчас на хайджек. Ну блин, сидит тупо на мостах, и причем видно полностью всем весом. Сейчас приподнимем. Давайте пока пейзажик покажу. Очень красиво здесь, конечно. Это все практически в черте города. Ну чуть-чуть за Киевом. Грубо говоря, какие-то 20-15 километров. Вот такая красота, даже вертолеты летают. Ребята говорят, и кабанов видели тут, и лосей. Че заспа, тут все есть. Джиперский йоркширский терьер. Бородач все перевернуть что-то хочет. Смотри, хорошо подняли, хорошо подняли. Пошла. Сел, конечно, не по-детски. Сейчас и зад хочет поднять. Прохладно стало, ветерок. Время
Лево тепер! Тебе самі допомагає! Чому? А це не точно буде допомагати! Та сам сяй! Поехал нормально. Хайджек — это сила, да? Там есть хайджек, но прямо пойдет. Блин, и карданы целые были, и полуоси, да? Хайджек не забудь. Хайджек — это сила. Так, 69-й лидер. Поехали, все, мы починились. А, прокрутить? Ну, прокрути. Я думал, уже готово, обрадовался. Все? На тебе детали. Так, слепой мне бросил. Ты вообще не слепой, я тебе скажу. Какую-то деталь мне бросил. Где она, Саня? Там полетела, она порвала. Ну вот, покажу. Кусок. Кусок разорванный. А пальчик там еще лежит. По центру под радиатором. Да, нет, левее, левее к тебе. Где-то. Левее. Ой, укатилась глубже. Сейчас достанем. Вот, еще запчасть. Это оторванные куски крестовины. Нагрузка, конечно, нереальная была. А что она у тебя такая маленькая? Что не можешь? А что, нормально? Смотрите, как валит. На обычных мостах. До отсечки. Боком. Нормально. Вот маньячело. Так, следующий разорвали. Передка нету, на Ниве марш.